Как много жизней забирают небеса. Еще вчера нас согревали взглядом и вдохновляли искоркой в глазах. Ну а сегодня нет их больше рядом. Безжалостное время спешит забрать у нас самых прекрасных, близких нам людей. Судьба несправедлива, не даст повторно шанс, не предоставит выбор из тысячи путей. Быть может, это просто такое испытание, проверить силу тех, кто продолжает жить. Хороших забирают, большое наказание, чтоб научились мы добрее к людям быть. Ведь мы забыли, что такое человек. Сегодня жизнь отнять – обыденное дело, а наше время – лишь животный век и черная доска, испачканная мелом. Нам мамы не понять, что прячет свою боль. Ее ребенок спит, он больше не проснется. Ее ребенок спит, он больше не проснется. Ты лишь представь, сыграй такую роль. Я думаю, что сердце на куски порвется. Вот почему так часто плачет небо. Ему же видно все оттуда свысока, как мы грешны и как живем нелепо, что скоро мир потонет в черных облаках. Я верю, те, кто умер, по лестнице уходят от нас в другой обитель правой ногой. Грешна земля, здесь люди зло наводят. Им лучше там, где царствует покой. Спасибо вам за все, мы не забудем, помним. Представить сможем взгляд ваш через сотни лет. Душа — это сосуд, что должен быть заполнен памятью о тех, кого сегодня нет. Я не пытаюсь достучаться до небес, а лишь хочу наш мир сделать добрее, разбить ворота каменных сердец и выпустить добро, что спрятано в музее.